Гороскоп для мужчины и стрельца на 2024 год. Для мужчин стрельцов 24 год обещает быть успешным в карьерных и финансовых делах, особенно если они проявят целеустремленность и трудолюбие. Хорошо пойдут новые направления в бизнесе и деловые сотрудничества. В личной жизни представители знака зодиака Стрелец тоже ждет успех. Свободные мужчины имеют шанс встретить любовь, а те, кто уже нашел свою вторую половинку, узаконят отношения. Год будет благоприятным для поездок и путешествий, интересных знакомств и получения знаний. Главные советы – быть открытым и гибким, выполнять обязательства перед другими, избегать споров и конфликтов. Совет от астролога. 24 год. Время выстраивать баланс между домом и работой, между личным и общественным. Проанализируйте, есть ли сейчас перекипы в одной из этих сфер и что можно сделать, чтобы это выровнять. Станет вопрос о личных границах, где и насколько вы готовы ими поступиться. Есть ли они у вас вообще или вы все делаете для других, забывая про себя? Это момент, когда стоит научиться говорить «нет», как бы сложно это ни было. В идеале делать это максимально эмпатично, спокойно и без раздражения. Если кто-то настойчиво требует от вас все больше и больше, дополнительные задачи на работе, непрекращающийся круговорот домашней рутины, лежащий исключительно на вас, значит, однажды вы позволили это все сваливать на себя. Могут быть разочарования в выбранном пути, в том, как складывается жизнь и кто оказывается рядом с вами. Пересмотрите свои мировоззренческие взгляды, но не стоит рубить с плеча. Вас ожидают изменения как на работе, так и дома. Возможен переезд или ремонт. На работе возможны перестановки и даже кардинальная смена рода деятельности. Популярные вопросы для Стрельца. Благоприятен ли для Стрельца год дракона? 24 год для стрельцов будет благоприятным. Можно стать обладателем квартиры, дома или машины своей мечты, добиться роста по карьерной лестнице или освоить новую специальность. Что нужно делать, чтобы поймать удачу за хвост? Сейчас как никогда учитесь находить счастье по обыденных повседневных вещах. Получайте наслаждение от встреч с друзьями, от солнечного света и от дождливых минут. На северном стороне квартиры наведите порядок. Выбросите максимально все ненужное. Составьте список своих бывших и маленьких желаний и начинайте их выполнять уже сейчас. Украсьте свое рабочее пространство произведениями искусства. Насколько точен такой общий прогноз в отношении каждого конкретного стрельца? Положение планет действует на всех без исключения. И здесь описаны общие тенденции, которые заденут всех стрельцов. Да, события будут отличаться яркостью в зависимости от индивидуальных натальных карт, но они все равно произойдут.